Думаю, это может вам пригодиться. Лишенных притворства. Воспитание – лучший припас к старости. У меня есть полезная информация. Полезная информация. Кто вытащит сей меч из-под наковальни, тот и есть по праву рождения король над всей землей английской. Тапсима этемуата.
Пресса – лучший способ просвещения и улучшения человека как существа мыслящего, нравственного и общительного. Сидя на крепком плоту, искусной рукою все время правил рулем Одиссей. В стране слепых и одноглазый король. У меня есть полезная информация.
Закали свои порывы, преврати порывы в сталь, и лети мечтой игривой ты в заоблачную даль. Измеряй измеримое и делай неизмеримое измеримым. Солнце улыбнулось нашим землям.
Под громовый рык рогов и труп воинственных он повелел поднять свою могучую хоругвь. В тот день, когда у двух армий окажется возможность уничтожить друг друга за считанные секунды, все цивилизованные страны, надо надеяться, отвернутся от войны.
долг газеты печатать новости и поднимать скандалы. Счастье, хороший счет в банке, хороший повар и хорошее пищеварение. Ветер и волны всегда на стороне самых искусных мореходов.
Во всей Вселенной нет ничего более могущественного, чем сложный процент. Куда ни посмотри, химия повсеместно повысила уровень цивилизации и продуктивную способность нации. Из плохой стали не выковать хорошего клинка.
Извините. Пусть войны ведутся оружием. Выигрывают их люди. Те, кто не помнит своей истории, обречены повторять ее.
каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость воображения. Народ, который разрушает свою почву, уничтожает сам себя. Пусть великолепие алмаза, рубина исчезнет, как магическое мерцание отрады. Только пусть одна слеза также махал, ярко сияет на щеке времени. Хорошо, что война так ужасна. Иначе мы и любили бы ее слишком сильно. Время малых наций прошло. Наступило время империи.
Стоит человечеству решить, что для борьбы с пороком все средства хороши, как добро становится неотличимым от порока, который было призвано победить. Искусство столько же прав на существование, сколько у Солнца и Земли. Если бы работа мозга была доступна для нашего понимания,
мы были бы слишком глупы, чтобы понять. Западные народы надеются, что паровая тяга сделает весь мир большой семьей. Я живу и люблю в особом свете Господа.